Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. «Вятавтодор» тратит от 3 до 5 миллионов рублей на гарантийные ремонты дорог. Сумма сопоставима с годовой чистой прибылью предприятия. По итогам 2020 года планируется, что она составит 3 миллиона. Речь об этом шла на заседании комитета ОЗС по промышленности. Там озвучивался отчет о работе областного предприятия в 2020 году. По мнению исполняющей обязанности министра транспорта Кировской области Юлии Поповой, 3-5 миллионов рублей в год на исправление своих ошибок допустимые дополнительные расходы. Выручка «Вятавтодора», которым владеет Кировская область, в прошлом году превысила 5 миллиардов рублей. Предприятие отвечало за содержание 12 тысяч километров дорог и ремонт 200 километров. Программа «Экономика». Увеличение времени торговли спиртным не снизит число контрафакта, считают в полиции. Мнение это высказал начальник МВД России по Кирову Роман Сосновченко на заседании Гордумы. Он ответил на вопрос депутатов о том, повлияет ли внесенный в УЗС законопроект на ситуацию с незаконной продажей алкоголя. По словам Сосновченко, круглосуточные мини-маркеты и так не соблюдают никаких законов. В целом же позиция полиции такова, что чем меньше продают алкоголь, тем меньше кировчане его пьют. Сосновченко добавил, что работая над законопроектом, областные депутаты не обращались за консультацией в правоохранительные органы. К слову, борьба с контрафактом – один из аргументов авторов в пользу принятия инициативы. Она предполагает, что продавать алкоголь в Кирове будут не с 10 утра, а с 8. Профильный комитет УЗС законопроект одобрил. Его предлагают принять 18 февраля сразу в двух чтениях. Экономика на 101 FM. Налоговики запустили чат-бот по вопросам льгот. Он называется «Таксик» и работает на официальном сайте ФНС России. Туда можно писать круглосуточно. Многие вопросы можно решить за несколько минут. Бот может давать информацию по имущественным налогам, по НДФЛ, по налогу на профессиональный доход. Также через него можно записаться на прием в инспекцию. Сейчас идет дообучение чат-бота, предупреждают в Кировской ФНС. И в связи с этим не все ответы могут быть полными и информативными. Что касается льгот по налогам, то в Кирове ими пользуются 23 категории налогоплательщиков, преимущественно пенсионеры, плательщики ипотечных кредитов, многодетные семьи. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 73,77, курс евро 89 рублей 8 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.